Всем привет, с вами снова я, Олег, и наша рубрика «Советы от эксперта». Как вы думаете, где я нахожусь? Я нахожусь на выставке «Агро-2019». Пользуюсь этим возможностью, находясь рядом возле всех агрегатов компании «Кун», я вам хочу рассказать про крупнопакующий пресс LSB1290D. В предыдущем видео я вам рассказывал про рулонный пресс марки ВБ. Мы видели его внутри, мы видели, как выглядят его ножи, как выглядят ремни. Я вам немножко рассказал про него. Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как выглядит вот этот агрегат и как выглядят его узлы и какие технологии Кун использует, применяет в своих агрегатах. Пошли покажу. Итак, мы находимся в самом эпицентре, почти. Сам эпицентр будет вот здесь, но мы рядом возле эпицентра рабочих органов, механизмов. Немножко хочу рассказать, что этот пресс оснащен центральной смазкой с насосом. Вот она находится. Вот находятся трубки, по которым смазка поступает во все узлы, все подшипники, во все трущиеся элементы. То есть пресс работает и думает за вас. Что можно сказать? Можно сказать то, что здесь Кун использует интегральный ротор. Интегральный ротор – это винтовой ротор, который установлен максимально близко к подборщику. То есть это увеличивает производительность, улучшает забор массы, и он хорошо попадает уже в камеру, вне зависимости от того, какие кормовые культуры у вас были. Дальше уже плунжер, который бьет 46 ударов в минуту, делает всю основную работу, создает вам тюк. Идем дальше. На выставке Агро-2019 я представил 4 стенда, на которых представлены, скажем, основные узлы каждым видом агрегата. В данный момент мы находимся возле стенда пресса LSB1290D, также ID, некоторые запчасти взаимозаменяемые. Здесь я указал определенные узлы, на которые стоит обратить внимание, и они качественные, и они работают и помогают вам в дальнейшей вашей работе. Ножи все сделаны из высоколегированной стали, у них есть вольфрамокарбидовое покрытие и у них очень высокое качество. Они вам помогают хорошо измельчать массу. Есть два вида узловязателя. У прессах LSB1290 и 1290D отличие в том, что вязальный аппарат, вот так он выглядит, пресса LSB1290, он вяжет один узел. А у пресса LSB1290D вязальный аппарат делает двойной узел. И это все, в принципе, физические и его свойства. Вот они между собой разные, они не взаимозаменяемы. На прессах LSB1290D сами вязальные кулачки выглядят вот так. Они отличаются от вязального аппарата с одним узлом. И конкретно хочу обратить внимание на использование оригинальной нитки, шпагата для пресса LSB1290D. Компания Кун предлагает и настаивает на том, чтобы пользователь, который имеет вот такой агрегат, он использовал только оригинальную нитку, шпагат для работы в этом агрегате. Разница между неоригинальным шпагатом и оригинальным в том, что этот шпагат техническими, физическими свойствами разработан под все усилия этого агрегата, но никак там под другой. А аналог, он как бы универсальный, и есть такие свойства, если нож обрезает шпагат, вот этот кулачок, который вяжет, начинает путаться. А чего начинает путаться? Потому что некачественный шпагат очень сильно распушивается и начинает запутывать сам вязательный кулачок. И это создает огромную поломку и неудобство в работе с этим агрегатом. Поэтому если использовать ту нитку, тот шпагат, который рекомендует завод, вы уйдете от этих проблем. Вы забудете о том, что можете поменять какие-то узлы в вязательном аппарате. Также компания Кун показывает и предлагает оригинальную сетку для рулонных прессов. Она тоже, скажем, разработана по техническим и физическим свойствам именно для агрегатов фирмы Кун. И
оригинальные запчасти – это всегда качество, это всегда удобство, это всегда надежность. Итак, я думаю, я немножко вам рассказал и привел примеры, преимущества и некоторые наглядно моменты всех оригинальных запчастей, которые используются. Так что подписывайтесь на наш канал Facebook и YouTube, и я думаю, это видео будет вам полезным. Так что до скорых встреч!